Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что это такое. Я уже сейчас посмотрел здесь. Я не вижу, бро. Сниппета написано следующее. В сообщении. Спасибо тебе, бро, большое за поддержку нашего проекта. Дима Снэп. Привет, Флом. Послушай Вилон Дима Снэп. Там еще сниппет есть. Не вижу, бро, сниппета. Вот здесь смотри, что происходит. Здесь вот видео недоступно мне написано. Вот оно, видео недоступно. Видео недоступно, бро. Вот здесь по поиску я не могу найти этого. Этого нету. Поэтому, сорян, если что, можно было оставить ссылочку, да, но ее нету. А, этот сниппет, видимо. Ну-ка, вот Дмитрий Холод справился. Давай проверим. Наверное, это, да? Если быть так. Ну, посмотрим это в конце, бро. Давай посмотрим. Если это оно, то супер. Супер. А, в начале 23 года Димас опубликовал небольшой кусочек сниппета на трек «Вилон» в своем телеграм-канале. В июле парень выложил полноценный сниппет на этот трек и начал продвигать его в рамках своего шоу в топ-чарт за 30 дней, в котором он каждый день в течение месяца разными способами пытался продвинуть трек в топ-чарты. И на этом все, да. Продюсер Барри Тройс, битмейкер, музыкальный исполнитель. Он делает очень неплохо. Так. И что у нас по итогу? Что у нас по итогу? Дима Снэп, сколько делает Дима Снэп по времени? Так, 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 обложечки разные. Вижу, как поп-музыка определенная, как будто бы есть здесь. Кубик в колле, трючок. С 20-го года делает, то есть опыт, в принципе, имеется однозначно. Три сингла 20-го года, 21-й год. 3, 22, 1, 23, 1. Редко, да, редко довольно-таки дропает, но занимается музыкой давно. Интересно. Интересно, да, там, да. По обложкам совершенно ничего не понятно, потому что они все разные. И последняя сильно отличается от предыдущей. Кубик в коле, Биба Боба, Дискошар. Вообще непонятно. То есть это просто огромное количество вот разных вещей, да. Не могу ничего прочитать по обложкам. Здесь что я вижу? Ну, тут я динамику вижу однозначно, да, красная. Вот это вот фишай, преувеличение, там как-то что-то вот. Тут динамика точно, да, соответственно. Так, это тогда тем более очень странно, потому что подобных треков вроде как раньше не было. А по обложке, по крайней мере, не вижу. Очень вряд ли, что они были. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, давайте послушаем, что это такое. Ретройс на бите. Блин, что это? Супертрэп какой-то, что ли? Let's go. Вилон, я кручу косой, пока она крутит дредлок. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит скилла. Вокруг так много холода, чувствую себя лоу. Найл твоя су... Вилон, я кручу косой, пока она крутит дредлок. Второй раз, как будто не надо было делать. Фишечка одноразовая. Вокруг так много холода, чувствую себя лоу. Вот на бак, килл пару тысяч. Упал лям, потратил лям, снова ниш. Очень неплохо. Со мной твой триж. 2-0-2-4, буду на фиш. Она уже в истерике, ведь я богатый молодой. Вижу суммы, понимаюсь, на ТВ мое лицо. Моя шея серебро, двигаюсь, будто бэко. Кто всегда будет со мной, снова выйдет, но let's go. Найл твою су... Дело, я кручу косой, пока она... Вот, бро, настаиваю, да? Еще и повторение двойное. Просто гигантски настаиваю. С дропом один раз надо было делать. И вообще, наверное, всего один раз. Всего один раз здесь. Это тут повторять не надо. Потому что, ну, это же такая, это фишечка. Это изюм, это соус. И заливать соусом, ну, блин, не надо так делать. Если без мата, значит, ну, соответственно, можно было перефразировать, да. Потому что припев душит иначе, получается. То есть вот эти и ямочки, ну, несколько раз повторять не стоит. Особенно два раза одинаковых. У тебя круто сделано по качеству. Ты сведен неплохо. Очень хорошо идешь по тактам. То есть это нормальная работа. Это не руина. Сейчас еще раз переслушаем. Ну, небольшой... Да, 1.38 причем. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит кило. Подруг так много, но чувствую себя лоу. Найл твоя су...
хочешь обогнать меня, бро, не хватит скилла. Пойду до много хуна, чувствую себя ло. Да-да-да, бро, ну, жесткий перебор, вообще жесточайший перебор. То есть ты фишку, которая делает трек интересным, ты делаешь ее 4 раза. Соответственно, она моментально уже нивелируется, и переслушивать это просто невозможно. Это постоянно. Надел дредлок. Скиллов, бля. Alone. Понимаешь, что там это, бро, что там, нет. Еще раз целостно, давай без пауз, посмотришь, как это звучит второй раз. Запикать можно было или не произносить слово, но без паузы точно. Да, эдлибы неплохие, эдлиб, да, вообще бэк-вокал расставлен, по свидосу ничего. Я кручу косой, пока она крутит дредлок. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит скилла. Пойду так много хуна, чувствую себя лоу. Найл твоя су... Вело. Я кручу косой, пока она крутит дредлок. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит скилла. Пойду так много хуна, чувствую себя... Из плюсов, да? Второй раз? Если хочешь сделать здесь так... Значит, тут надо вообще на рейдж переходить еще больше, прямо экспрессии докручивать или бэк-вокал подкладкой пускать, чтобы типа, то есть ты еще раз прокашлялся, понимаешь, и бам, нахуй. Но это все равно все можно сделать один раз, то есть тут прокашлялся, сделал такой пар, тут прокашлялся, вообще разъебал. Потом идет дроп и нормально делаешь, нормально будет, да? Вот, и... Не знаю. Здесь вот здесь уже все вообще без этого абсолютно. Да. Поэтому вайп меня заново. Целиком слушаем. Но по тактам идешь. Харизма, свидос, со свидосом заморочились. По стилю свели. Да. Сводил тот, кто работает неплохо в этом стиле. Достаточно живые дливы. Янка не Найл твоя су... Вело. Я кручу косой, пока она крутит дредлок. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит скилла. Пойду так много хуна, чувствую себя ло. Найл твоя су... Или шепотом, тут вообще прям ровненько. Вело. Я кручу косой, пока она крутит дредлок. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит скилла. Пойду так много хуна, чувствую себя ло. Бак на бак, килл пару тысяч. Упал лям, потратил лям и снова ниш. Кручу стек, со мной твоя триш. 2-0-2-4, буду на фиш. Она уже в истерике, ведь я богатый молодой. Вижу суммы, поднимаюсь на ТВ, мое лицо. Моя шея сири продвигаюсь, будто бэко. Тем, кто всегда будет со мной, снова я выведу, let's go. Найл твоя су... Вело. Я кручу косой, пока она крутит дредлок. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит скилла. Пойду так много хуна, чувствую себя ло. Найл твоя су... Вело. Пиздец полный, бро, вообще полный пиздец. Вот это жестко ломает вайб. А в остальном очень хорошо. Пак на пак, упал, лям, кручу стак. 2 на 4 буду на афишах. Со мной твоя триша, потратил снова нищ. Твоя триш, пару тысяч. Кинул, потратил, но буду... Блять, очень хорошая ритмика. Рифмовка норм, ритмика отличная. Здесь плотником вообще пошел без пауз. Знаешь, Сергей, да, гад молодой, я не вижу, сам и поднимаюсь на тебе мое лицо. Шея серебра, двигаюсь, будто бы я гуд. Ну, странный флекс, добро. Учитывая, чем обычно флексят. Чирики там айсами всякими там, да? Ну, такое. Там-тарам-там-тарам-там-там-там-там. Да-да, слушать невозможно, я согласен. То есть неудачно, бро, сделал, неудачно. Можешь? Можешь. Люди, с которыми ты работаешь по звуку, они знают, как это дерьмо делать. Ты справляешься технически очень хорошо, но задумка жесть вообще, жесть. Более того, вообще просто два раза повторять один и тот же припев, вот так, ну,
Ой, нет. Какой-то бриджик, что-то. Фишечка такая, супер, один раз использовал, где-то другая, где-то скид что-то сказал, бам-бам. Живой трек делается таким образом. И в конце раздал, да, как-то там что-то вот прям интересным вайбом. Поэтому нет, бро. От 1 до 10 чат, но я вот задушнил припев, поэтому вы можете сказать... Своё мнение, что думаете? И вот эта тема, да, с будильником вообще в целом, не знаю, как будто, ну, она так может козить, да? Немножечко. Тем не менее, 6-7 баллов ставят, бро, даже учитывая вот эту хуйню, да? Достаточно живо. Дела. Я кручу косой, пока она крутит дредлок. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит скилла. Вокруг так много ходов. Без лишнего кашля, 8. Найл твоя су... Дела. Я кручу косой, пока она крутит дредлок. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит скилла. Вокруг так много ходов, чувствую себя лох. Бак на бак, килл пару тысяч. Три. Упал лям, потратил лям и снова ниш. Кручу стек, со мной потриш. 2-0-2-4, буду на фиш. Она уже в истерике, ведь я богатый молодой. Вижу суммы, поднимаюсь на ТВ, мое лицо. Моя шея сири продвигаюсь, будто бэко. Тем, кто всегда будет со мной, снова выкинула скоу. Найл твоя су... Дело. Я кручу косой, пока она крутит редлок. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит кило. Подруг так много хуну, чувствую себя лоу. Найл твоя су... Дело. В моменте рейджа делаешь живо. Есть пару артистов, которые делают оно. Я, правда, исключительно наш рынок, да, говорю. И всегда я не обращаю внимания на заимствование западных артистов. Говорим всегда исключительно в рамках того, что есть у нас здесь. Ну, вайб, да, я бы вот так поставил. Мне два жалко ставить, потому что все-таки трек, ну, рабочий реально. То есть у него есть и куплет хороший, и структура, все. Смотри, бро, по ритмике внутри куплета 8 баллов. Круто сделан. По идее повторения двух четверок в припеве в целом 6 баллов. Там, да. За тем, что ты вот фишку с кашлем повторил, это вообще туда, сразу в говно улетает. Вот сюда, да. 4 раза за 1.30 ты повторил и застопил трек на этом. Это вообще жесткий минус вайп. А субъективно это прямо сюда улетает, да, в 1.2. Внутри пусть будет. Поэтому, я не знаю, 5 это очень так прям много даже, да. Но в целом, как бы, как оно идет, идлибы. Вот вся вот эта тема, да, хорошо идет. По панораме расставлено, сведено нормально. Вот, реализация стиля 8-9 баллов. 8-9 баллов, харизма 7 плюс. Единственное, что индивидуальность не особо набирает, да, и прям чего-то яркого не могу получить от этого пока трека. Но в целом, вот такая тема, да. По структуре в целом, да, то есть из разнообразия что мы видим? Вторая четверка в первом куплете, и все. Припевы, две четверки абсолютно одинаковые, еще с этим вилон и кашлем, и стопом, очень жестко. Вот за это все прям туда, меньше пятерки улетает. За то, как ты отработал куплет, в восьмерку улетает плюс, да. Вот так. Рифмы и образы. Ну, флекс, да. Кручу косой, пока накрутит дредлок, чтобы от меня брони хватит скиллов. Скиллов, лон, лок. Угу. Пак на пак пару. Кинул пару тысяч. Упал, лям. Тратил снова нич, кручу стекса на твоя Триша. Ну, Триша, окей, да, хо, там нету, да, вот этого вот хотя бы. А, тот, блядь, шафти-мафти. Так, он уже истерики, я богатый, молодой, не вижу, поднимаясь на тебе мое лицо. Серебро, вот, gold, тем, кто всегда будет со мной, кричу, let's go. Не за что глазу зацепиться, кринжа как такового особо нету. Молодой, лицо, год, let's go. Чё-то, да, сунуть, всё. Ритм, да, в целом неплохой. Довольно тайповый флексовый текст, но с некоторыми двойными хорошими рифмами, да. Поэтому семерочку можно поставить. Вот такая вот история. Охуенно дом на максимально хуевом фундаменте. Да, вот чуть-чуть вот есть такого. Все, бро, эту часть заменяй. Все, остальное как бы ты умеешь делать, все у тебя в норме, правда. И скилзы в норме, и давишь нормально. Значит, айдентики, ну, со временем проработается, если будешь работать в этом направлении. Слушай, ну я ведь не думаю, что ты раньше делал подобное, да?
По облогам же вообще как будто не то. Ладно. Респект, если это вот твоя первая попытка в подобном стиле, и вот у тебя вот так уже получилось. Спасибо. 53 балла, тем не менее, да. Спасибо. Ну вот ошибки я вижу такие, в общем-то, и вместе с чатом мы в этом плане солидарны. А, так, подожди, у нас еще видосик же, да, был твой? Да, давай глянем. Дело, я кручу косой, пока на груди дредло. Хочешь обогнать меня, бро, не хватит. Ничего, ничего, и дурачишься в теме, да, в теме. Хотя хоу же здесь у нас есть. О, бля. Ну-ка, ну-ка. Бля, неправильно зациклен. Неправильно зациклен еще и этот сниппет, бро. Если это он, то неправильно зациклен. На втором он обрывается и начинается тоже с... То есть это, блядь. Надо было одну четверку зациклить, и все, и она вторая бы, вот, и она вот так бы крутилась у тебя. Концовка сниппета неправильная. Ломает вайп. Вот так вот. Врыв в припев прямо заветка Angel. Ну, есть, да, некоторые моменты. Угу. Спасибо, бро, да, спасибо. Визуал крутой для этого стиля. Такой, знаешь, можешь делать достаточно, если это вообще актуально будет сказано, такой супер-трэп в поп-обертке, да, в таком достаточно легком стильке. Такой, как бы объяснить, такой понятный, да, короче, понятный, не сильно жесткий, не сильно тяжелый для широкого слушателя рейдж, да, или супер трэп. Поэтому что-то есть, короче, в этом. Мне кажется, ты и вокал можешь спеть. Пробуй, бро. Пробуй. Видно за то, что ему нативный в кайф так дурачится. Да, да, да. То есть у него, в принципе, вот по визуалу, да, все вот. Ну, вот, вот. Круто, реально. Это было хорошо. Но вот по структуре, по задумкам, к сожалению, нет. Припев самое... Да, и с этим будильником тоже что-то надо делать, бро. Ну, в общем, вот, надеюсь, это было полезно.